4 ноября на юге Кузбасса будет пасмурно, местами выпадет снег. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью минус 17, минус 19, днем минус 13, минус 15. В Осинниках ночью минус 14, минус 16, днем 12-14 градусов ниже 0. В Мысках ночью минус 17, минус 19, днем минус 12, минус 14. В Междуреченске ночью минус 15, минус 17, днем до минус 15. В Шерегеше ночью минус 18, минус 20, днем 17 градусов ниже 0. В Новокузнецке в четверг ожидается пасмурная погода, местами выпадет снег. Температура ночью минус 17, минус 19, днем 13-15 градусов ниже 0.